по поводу режимов стеклоочистителя. Сейчас у нас рукоятка находится в нулевом положении. Первое положение. В данном положении стеклоочиститель работает периодически, либо отталкивается от показаний датчика интенсивности. Если в этом положении мы заглушим автомобиль, заведем его повторно. Для того, чтобы активировать датчик интенсивности дождя, необходимо провернуть колесико в одно из положений. Стеклоочистители у нас сделали серию и остановились. Датчик интенсивности дождя активен. Далее следующий режим. Нормальная скорость работы стеклоочистителей. Стеклоочистители работают в одном режиме. И третий режим – это повышенная скорость работы стеклоочистителей. Стеклоочистители начинают работать в более интенсивном режиме. Возвращаемся в первый режим. При нажатии рукоятки на себя начинает работать омыватель стекла. И дворники делают серию. Кнопка под символом S – это специальная программа омывания стекла. Нажимаем на кнопку. Дворники у нас делают серию взмахов. Омыватель также опрыскивает лобовое стекло. Данная процедура происходит дважды. Рифленое колесико регулирует интервал включения стеклоочистителей и регулирует чувствительность датчика интенсивности дождя. Для активации омывателя фар необходимо включить ближний свет, либо включить авторежим. Далее нажимаем переключатель на себя, тем самым мы активируем омыватель фар и омыватель лобового стекла, сопровождающую серию взмахов стеклоочистителями. Также у нас есть несколько режимов работы заднего стеклоочистителя. Сейчас у нас рукоятка находится в нулевом положении. Для активации заднего стеклоочистителя нужно нажать на рукоятку от себя, перевести ее в первое положение. Далее для включения омывателя заднего стекла нужно нажать на ручку и удерживать ее. Тем самым мы подаем порцию жидкости омывателя на заднее стекло. Также хочу добавить, что во время периодической работы заднего стеклоочистителя в первом положении при включении заднего хода стеклоочиститель переходит на непрерывистый режим работы. При отключении задней передачи наш стеклоочиститель останавливается. Если уровень жидкости омывателя падает, у нас на приборной панели загорается следующая надпись. Как перевести щетки стеклоочистителя в сервисное положение? Поскольку левый рычаг стеклоочистителя частично скрыт под капотом, для замены щеток нам необходимо перевести их в вертикальное положение. Для того, чтобы перевести щетки стеклоочистителя в вертикальное положение, нам нужно повернуть ключ зажигания в первое положение. Далее нам необходимо перевести рычажный переключатель в положение 1 и выключаем зажигание. Теперь наши стеклоочистители находятся в сервисном положении. Далее можно безболезненно производить замену щеток стеклоочистителя на новые. Для того, чтобы вернуть дворники на место, необходимо повернуть ключ зажигания в положение 1. И наши дворники становятся в исходное положение. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До встречи на канале. Всем пока.